И мы идем в последнюю точку с вами через год. Прям поставьте себе, да, когда это будет? Прямо месяц и год. Месяц и год. И вот представьте теперь, что вы садитесь в зрительный зал, и на экране, на вашем, да, на большом экране вы увидите фильм о том, какой вы можете быть, какой вы будете через год. Почувствуйте то, как кресло, где вы сидите в этом пустом кинозале, да, как там пахнет, может быть, там пахнет попкорном или кофе, или, может быть, новыми креслами. И вот гаснет освещение, и увидите большой белый экран, и там вы через год, та женщина, тот образ себя, который вам было бы приятно, радостно, воодушевляюще там увидеть. Вот как если вы сдержите все обещания себе, как если вы действительно будете любить себя, как если действительно вы будете верить в свой потенциал и отстаивать личные границы, и быть уверенной в том, что вы сможете прожить эту жизнь так, как вы себе запланировали, так, как вы хотите прожить. Если вы будете уделять время своему внутреннему ребенку и исходить из его потребностей. Ну, в целом, любить себя, да, и относиться к себе с уважением. И из этого выстраивать всю свою жизнь. И вот если представить себе, да, что та женщина 80, а потом вот это там в 60, в 50, и потом вот это вот плюс 10 лет, плюс 5 лет, что рождается тогда через год? Какой она была в этот период, да? Какой вам радостно было увидеть себя через год? Как вот если вы идете в гости, понимаете, к дорогому человеку, кого вы давно не видели, да, или вот видите на этом большом экране этот фильм, да, и вам трепетно, вот и вот радостно, и вы понимаете, что у нее произошли некие важные перемены в ее жизни, то какой она предстанет перед вами? И вот сейчас посмотрите этот фильм, какая вы там в этом фильме, на этом белом экране, какая она? А что вы делаете? Как вы выглядите? Что вы излучаете? И теперь уже по привычным движениям, ответив на вопрос, что важного, что самого важного, что самого ключевого в этих изменениях, в этой себе, в такой, войдите в это состояние. Прямо вот вы она, прямо вдохните это, да, посмотрите ее глазами. Почувствуйте ее жизнь, как если бы вы уже были там, как будто бы вот уже все свершилось, все, что вы напланировали и захотели, и сделали. Вы уже там. Что вы чувствуете тогда? На что похоже это ваше ощущение? Какая вы тогда через год? Что изменилось, может быть, в вашей жизни? Почувствуйте, на что похоже это ваше внутреннее состояние? Какая вы теперь, как вы относитесь к себе, к другим, к жизни? Я думаю, что там очень ресурсное, там должно быть очень ресурсное состояние такое, вам важно его запомнить, поэтому мы его сейчас внимательно проживаем, да, прям как вот примеряем платье и понимаем, какое оно, как мы ощущаем себя в нем. Это наш ресурс, к которому мы потом можем возвращаться. И почувствуйте, поймите сейчас сами для себя, что поддерживает вас в состоянии в этом. Какие у вас есть способности и на навыки, что вы теперь, может быть, делаете иначе, да, что вы теперь научились делать, что вы теперь умеете поддерживать это ощущение в себе, в жизни. Может быть, вы научились говорить «нет», или вы научились уделять время себе, или, возможно, вы убрали из жизни каких-то людей, которые вам жизнь портили. Или, возможно, вы, не знаю, работу изменили свою, да? Возможно, вы научились говорить о том, что вам важно. Почувствуйте, что там такого есть в вас, какие способности и навыки появились, которые поддерживают вас в этом ресурсном состоянии. Посмотрите состояние из этого, да?
вы через год, вот это ресурсное состояние, прекрасное состояние, как бы обернитесь в прошлое на ту себя, которая в сегодняшнем дне, да? Какой вы ее видите? Если говорить, что вы хотите какое-то послание передать, что-то пожелать ей, что-то сказать ей важного, да, как ей попасть в это ваше состояние, да, как мне некоторые пожелания такое, да, то что бы вы сказали ей? Вот что ей сейчас самого главного, чтобы она встала на этот путь и через год оказалась здесь? Это может быть одна-две конкретных рекомендации. Может быть, в конце концов, высыпаться нужно, понимаете? Или нужно наконец-то что-то сделать, допустим, да? Сделать какой-то первый шаг, который было страшно сделать. Почувствуйте, пожалуйста, подумайте, что вот самого главного для той вас, чтобы она пошла по этому пути.